апартаменты Гонконг, Сингапур, двухэтажные, ну даже, наверное, скажу, что они трехэтажные, потому что, во-первых, этаж, по которому заходишь, или на который заходишь, лесенка вниз, там три комнаты, лесенка вверх, там три комнаты. На каждом из этажей есть ванна с туалетом. Там у нас кухонка. Надо чуть попозже. Так вот, большой зал. Там можно посидеть, покушать. Посмотреть несуществующий телевизор. Выглянуть в окошко, посмотреть, что же там происходит. Кто же там купается в бассейне, играет в теннис. Или показывает рекламу. Есть стиральная машинка, сушильная машинка, мусоропровод прямо у квартиры. Просто вообще живи, хочу. Газовая поверхность, духовка электрическая, вода. Также на кухне спрятался туалет и закрытая неизвестная комнатушка. Водичка здесь идет только у одного типа, то есть холодная из-под крана. Мыться всегда весело, но она не такая же холодная, поэтому не так уж и весело мыться. Внизу прекрасный вид на окружающий Сингапур. И, естественно, в каждой комнате есть кондиционер. Ибо без кондера здесь какой-то совсем не айс. С кондером красота. Кстати, включить его надо будет опять сейчас. Удивительно, что еще здесь розетки есть на полу. Вот. И даже на потолке. Секрет розеток на потолке пока не раскрыт. Просим Мухаммеда, когда он придет, на кое делать розетки на потолке. В общем, вот так вот. Сингапур — город контрастов. Спасибо за внимание.